первое видео доказательство существования так называемых женщин для утешения во время Второй мировой войны. Группа исследователей из Республики Корея выложила в сеть архивную кинопленку 1944 года, на которой запечатлены китаянки, удерживаемые японцами в военных борделях. Ученые надеются, что это поможет поставить точку в споре азиатских стран с официальным Токио, который отказывается признавать исторический факт массового сексуального насилия на оккупированных территориях. Черно-белое 18-минутное видео сделано в городе Суншань, китайской провинции Юньнань, вскоре после изгнания японцев союзниками. На пленке запечатлены 7 женщин для утешения, стоящих перед частным домом, переоборудованным под бордель. Запись в 1944 году сделал американский солдат. Команда южнокорейских исследователей потратила 2 года на поиск видео и, наконец, нашла его в Национальном управлении архивов и документации США. Когда смотришь это видео, испытываешь эмоции гораздо сильнее, чем при просмотре документов или же фото. На пленке ярко отражены настроения, отношения людей, а также то, в каких условиях они жили. Благодаря этому видео многие истории, существовавшие до этого на бумаге, получили вторую жизнь. Каждую неделю в течение четверти века люди собираются у посольства Японии в Сеуле. Напротив генконсульства даже установлен памятник женщинам для утешения в память о тех кореянках, которые стали жертвами японской милитаристской политики. Таким образом, активисты и родственники жертв требуют официальных извинений от Токио. Сейчас правда, которую мы знаем, подтверждена не только документально, но и на видео. Японское правительство не сможет уйти от ответственности. Оно должно принять этот видеофакт. Все доказательства преступлений должны быть переданы будущим поколениям. Историю нельзя забывать. Проблема женщин для утешения сама по себе не определяет корейско-японские отношения, но надо отдать должное Мун Дже Ину, который проводит сбалансированную внешнюю политику и не собирается закрывать глаза на нерешенные вопросы. В японских военных борделях удерживали около 300 тысяч женщин из разных стран. Лишь четверть из них смогла выжить. Профессор Кан считает, что тема женщин для утешения не должна быть предметом торга в большой политике. Необходимо стремиться к максимальному раскрытию правды и восстановлению чести и достоинства жертв японского милитаризма. Руслана Гасанова, Фужао, Си Цзюцзян.